Это цветок, он маленький и синий. Разве не похоже на лицо? Если присмотреться, кажется, что она смотрит на тебя. Не поэтому ли ее называют призрачной орхидеей? Странно, что об этой орхидее написана целая книга. Орхидея, которую также называют призраком. Среди более чем 30 тысяч видов орхидей, эта голубая орхидея самая загадочная. Многие ботаники исследовали джунгли Вьетнама и сумели добыть несколько экземпляров, но все они в конечном итоге погибли. Вот почему эту орхидею также называют орхидеей смерти. Это секретная комната моего отца с орхидеями. А почему она секретная? Выращивать и импортировать эту орхидею незаконно, поскольку она находится под угрозой исчезновения и ядовита. Однако мой отец хотел держать ее у себя. Так красиво. Только несколько шаманов знали, где обитает орхидея. Если орхидея попадет в руки к непрофессионалу, это может подвергнуть его опасности. Когда вы впервые встретите орхидею, почувствуйте, как ваша боль исчезает. А вскоре у вас начнет приятно кружиться голова. Он использовал орхидею в качестве успокоительного. У особо чувствительных людей орхидея может увеличить пульс, лишить сил, а иногда даже вызывать галлюцинации. Беги! Беги скорее! Если ты не сбежишь, то умрешь. Инхэ!